Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Russian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Муж и жена рассматривают планы некоторых квартир. Какую квартиру они собираются посмотреть? Как насчет вот этой? В ней хорошая большая гостиная. Hmm. Мне нравится большая гостиная, но я хочу жилье с парковкой. Давай посмотрим. Как насчет этой? О, это ничего. Может, пойдем посмотрим ее? Подожди секунду. Тебе не кажется, что гардероб немного маловат? Хороший вопрос. Хм, похоже, тут нет идеальной квартиры. Подожди. А как насчет этой? Похоже, в ней есть все, что нужно. И гардероб тоже довольно большой. Пойдем посмотрим эту. Хорошо. Какую квартиру они собираются посмотреть? Муж и жена рассматривают планы некоторых квартир. Какую квартиру они собираются посмотреть? Как насчет вот этой? В ней хорошая большая гостиная. Mm, мне нравится большая гостиная, но я хочу жилье с парковкой. Давай посмотрим. Как насчет этой? О. Oh. Это ничего. Может пойдем посмотрим ее? Подожди секунду. Тебе не кажется, что гардероб немного маловат? Хороший вопрос. Хм, похоже, тут нет идеальной квартиры. Подожди, а как насчет этой? Похоже, в ней есть все, что нужно, и гардероб тоже довольно большой. Пойдем посмотрим эту. Хорошо. Мужчина бронирует комнату в отеле. В какой комнате он собирается остановиться? Сисайд отель. Добрый день. Могу я вам помочь? Я хочу остановиться на одну ночь, 22 сентября. Хорошо. Одна ночь с 22 на 23 сентября. Сколько человек? Двое. Вы бы хотели номер для курящих или не курящих? Для не курящих. Единственный номер для некурящих, доступный в этот день, это комната с видом на горы. Вам подойдет? Хотелось бы комнату с видом на океан. Мне очень жаль, но единственный свободный номер с видом на океан ⁇ это номер для курящих. Понятно. А есть номер для некурящих с видом на океан на 23 сентября? Есть. Хорошо. Тогда мы остановимся 23 сентября. В какой комнате он собирается остановиться? Мужчина бронирует комнату в отеле. В какой комнате он собирается остановиться? Сисайд отель, добрый день! Могу я вам помочь? Я хочу остановиться на одну ночь, 22 сентября. Хорошо. Одна ночь с 22 на 23 сентября. Сколько человек? Двое. Вы бы хотели номер для курящих или некурящих? Для некурящих. Единственный номер для некурящих, доступный в этот день, это комната с видом на горы. Вам подойдет? Хотелось бы комнату с видом на океан. Мне очень жаль, но единственный свободный номер с видом на океан это номер для курящих. Понятно. А есть номер для некурящих с видом на океан на 23 сентября? Есть. Хорошо. Тогда мы остановимся 23 сентября. Женщина разговаривает со своим парикмахером. Как бы она хотела изменить свою прическу? Здравствуйте! Чем могу помочь? Добрый день! У меня запись на три часа на фамилию Иванова. А, да! Добро пожаловать, госпожа Иванова! Пожалуйста, проходите сюда. Что сегодня будем делать? Я бы хотела немного изменить свою прическу. Хорошо. Какую длину волос вы хотите? Примерно до плеч. Понял. А что насчет вашей челки? Оставьте ее, пожалуйста. Зачесать ее на бок или пусть будет прямо вниз. Думаю, лучше немного в сторону. Какую сторону? Наверное, немного влево. Ясно. Так, сначала будем мыть голову, поэтому проходите сюда, пожалуйста. Как бы она хотела изменить свою прическу? Женщина разговаривает со своим парикмахером. Как бы она хотела изменить свою прическу? Здравствуйте. Чем могу помочь? Добрый день. У меня запись на три часа на фамилию Иванова. А, да. Добро пожаловать, госпожа Иванова. Пожалуйста, проходите сюда. Что сегодня будем делать? Я бы хотела немного изменить свою прическу. Хорошо. Какую длину волос вы хотите? Примерно до плеч. Понял. А что насчет вашей челки? Оставьте ее, пожалуйста. Зачесать ее на бок или пусть будет прямо вниз. Думаю, лучше немного в сторону. Какую сторону? Наверное, немного влево. Ясно. Так, сначала будем мыть голову. Поэтому проходите сюда, пожалуйста. Студент и студентка изучают объявление о работе. Какую работу выберет студентка? Эй, что ты думаешь об этой работе? Почасовая плата достаточно высокая. Да, зарплата выглядит шикарно. Но ты реально успеешь доставить все газеты по маршруту? Конечно. Я хорошо катаюсь на велосипеде. Но меня беспокоит то, что нужно рано вставать. Как насчет этой? Оплата не так высока, но ты сможешь работать два или три дня в неделю по вечерам. А это? Кассир супермаркета? Было бы, конечно, здорово работать после занятий. И вот это в кафе тоже вроде как ничего. О, да, я люблю это место. И как раз по пути в университет. Неплохо, да? Хм, что же выбрать? Между какими ты выбираешь? Кафе и доставка газет? Да, оплата за доставку газет очень хорошая. Ладно, решено. Думаю, все же придется вставать рано. Какую работу выберет студентка? Студент и студентка изучают объявления о работе. Какую работу выберет студентка? Эй, что ты думаешь об этой работе? Почасовая плата достаточно высокая. Да, зарплата выглядит шикарно. Но ты реально успеешь доставить все газеты по маршруту? Конечно. Я хорошо катаюсь на велосипеде. Но меня беспокоит то, что нужно рано вставать. Как насчет этой? Оплата не так высока, но ты сможешь работать два или три дня в неделю по вечерам. А это? Кассир супермаркета? Было бы, конечно, здорово работать после занятий. И вот это в кафе тоже вроде как ничего. О, да, я люблю это место. И как раз по пути в университет. Неплохо, да? Хм, что же выбрать? Между какими ты выбираешь? Кафе и доставка газет? Да, оплата за доставку газет очень хорошая. Ладно, решено. Думаю, все же придется вставать рано. Женщина меряет платье и разговаривает с продавцом. Какое платье она собирается купить? Это смотрится на вас очень хорошо и сидит просто идеально. Да, по фигуре. Но я обычно ношу однотонные цвета. Я не привыкла к таким узорам. Ну, я думаю, что вы великолепно выглядите. Да? Тем не менее, чтобы надеть такое требуется мужество. Тогда как насчет этого платья? Узоры гораздо более сдержанные, поэтому оно не выглядит кричащим. Вы правы. Позвольте мне примерить. Конечно, пожалуйста. Ну, что вы думаете? Это мне подходит гораздо больше, чем предыдущее. У вас есть платье такой же модели, только с длинными рукавами? Да, есть. Спасибо, я возьму его. Какое платье она собирается купить? Женщина меряет платье и разговаривает с продавцом. Какое платье она собирается купить? Это смотрится на вас очень хорошо и сидит просто идеально. Да, по фигуре. Но я обычно ношу однотонные цвета. Я не привыкла к таким узорам. Ну... Я думаю, что вы великолепно выглядите. Да? Тем не менее, чтобы надеть такое, требуется мужество. Тогда как насчет этого платья? Узоры гораздо более сдержанные, поэтому оно не выглядит кричащим. Вы правы. Позвольте мне примерить. Конечно, пожалуйста. Ну, что вы думаете? Это мне подходит гораздо больше, чем предыдущее. У есть платье такой же модели, только с длинными рукавами? Спасибо, я возьму его. Hi everyone. I'm Gabriella. How are your Russian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Президент компании и его секретарь разговаривают по телефону. Какой документ секретарь должен передать в отдел продаж? Привет, ты можешь сделать мне одолжение? У меня на рабочем столе лежит документ, и я хочу, чтобы ты отнесла его в отдел продаж. Конечно. Какой это документ? Я думаю, что он в синем конверте. Синий конверт. На вашем столе два синих конверта. А, да. Тот, который с красной печатью, в правом верхнем углу. В конверте с зеленой печатью находится документ, который нужно передать в отдел кадров. Тот, который с красной печатью. Хорошо, он у меня. Отлично. Итак, пожалуйста, отнеси его в отдел продаж до часу дня и убедись, что отдашь его непосредственно менеджеру. Ты ведь его знаешь, не так ли? Да, мы встречались и беседовали пару раз. Хорошо. Да, и ты можешь занести заодно другой конверт в отдел кадров? Конечно. Какой документ секретарь должен передать в отдел продаж? Президент компании и его секретарь разговаривают по телефону. Какой документ секретарь должен передать в отдел продаж? Привет. Ты можешь сделать мне одолжение? У меня на рабочем столе лежит документ, и я хочу, чтобы ты отнесла его в отдел продаж. Конечно. Какой это документ? Я думаю, что он в синем конверте. Синий конверт. М -м, на вашем столе два синих конверта. А, да. Тот, который с красной печатью, в правом верхнем углу, в конверте с зеленой печатью находится документ, который нужно передать в отдел кадров. Тот, который с красной печатью. Хорошо, он у меня. Отлично. Итак, пожалуйста, отнеси его в отдел продаж до часу дня и убедись, что отдашь его непосредственно менеджеру. Ты ведь его знаешь, не так ли? Да, мы встречались и беседовали пару раз. Хорошо. Да, и ты можешь занести заодно другой конверт в отдел кадров, Конечно. Женщина звонит в ресторан по телефону. За каким столиком она обедала? Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я у вас сегодня обедала и думаю, что забыла свой шарф. Вы оставили свой шарф на столике? Вы помните, где вы сидели? Я пойду посмотрю. Это было в глубине ресторана. Вы были в зале для курящих или не курящих? В зале для не курящих. Вы сидели за столиком или за стойкой? Я была за столиком на четверых. Ладно, тогда я пойду проверю. Пожалуйста, подождите минутку. Огромное спасибо. За каким столиком она обедала? Женщина звонит в ресторан по телефону. За каким столиком она обедала? Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я у вас сегодня обедала и думаю, что забыла свой шарф. Вы оставили свой шарф на столике? Вы помните, где вы сидели? Я пойду посмотрю. Ну, это было в глубине ресторана. Вы были в зале для курящих или не курящих? В зале для некурящих. Вы сидели за столиком или за стойкой? Я была за столиком на четверых. Ладно, тогда я пойду проверю. Пожалуйста, подождите минутку. Огромное спасибо. Человек ищет квартиру. Какую квартиру он собирается выбрать? Простите, я ищу квартиру в этом районе. Вы можете показать мне некоторые планы квартир? Конечно. Вы ищете для одного человека? Нет. Я собираюсь жить со своей женой. Мне нужна гостиная, спальня и кабинет. Хорошо. Как насчет этой? Здесь есть две комнаты плюс гостиная. Хотя, возможно, в ней может быть немного шумно, так как она находится рядом с большой дорогой. Ясно. Обычно я работаю на дому. Так что мне нужно тихое место. И я бы предпочел, чтобы гостиная была квадратной формы. Но как насчет этой? Она находится немного далеко от станции, но в тихом жилом районе есть две комнаты и гостиная, но одна комната немного тесновата. Хм, у нас не так много вещей, так что она должна быть нам в самый раз. Мы можем показать вам другую квартиру, в которой две широкие комнаты. Но она расположена гораздо дальше от станции. Нет, спасибо. Я хотел бы посмотреть вторую квартиру, которую вы мне показали. Какую квартиру он собирается выбрать? Человек ищет квартиру. Какую квартиру он собирается выбрать? Простите, я ищу квартиру в этом районе. Вы можете показать мне некоторые планы квартир? Конечно. Вы ищете для одного человека? Нет. Я собираюсь жить со своей женой. Мне нужна гостиная, спальня и кабинет. Хорошо. Как насчет этой? Здесь есть две комнаты плюс гостиная. Хотя, возможно, в ней может быть немного шумно, так как она находится рядом с большой дорогой. Ясно. Обычно я работаю на дому так что мне нужно тихое место. И я бы предпочел, чтобы гостиная была квадратной формы. Но как насчет этой? Она находится немного далеко от станции, но в тихом жилом районе. Есть две комнаты и гостиная, но одна комната немного тесновата. Хм, у нас не так много вещей, так что она должна быть нам в самый раз. Мы можем показать вам другую квартиру, в которой две широкие комнаты, но она расположена гораздо дальше от станции. Нет, спасибо. Я хотел бы посмотреть вторую квартиру, которую вы мне показали. Женщина заказывает торт ко дню рождения. Какой торт она собирается заказать? Простите, я хотела бы заказать торт ко дню рождения своей дочери. Отлично. Не могли бы вы сказать мне, какой торт вы ищете? Моя дочь любит шоколад, поэтому я думаю, что подойдет шоколадный торт. И вы можете положить на него сверху клубнику. Конечно. У нас есть круглые и квадратные торты. Какой из них вы бы предпочли? Круглый, пожалуйста. Хорошо. Сколько лет исполнится вашей дочери? Двенадцать. Хорошо. Тогда мы приготовим двенадцать свечей. Вы хотите сделать надпись на торте? Да. Пожалуйста, напишите с днем рождения. Хорошо. Вы хотите, чтобы надпись была розовая? Если да, то мы разместим ее на белой табличке. Или же мы можем написать белым на розовой табличке. Пожалуйста, сделайте розовую надпись на белой табличке. Какой торт она собирается заказать? Женщина заказывает торт ко дню рождения. Какой торт она собирается заказать? Простите, я хотела бы заказать торт ко дню рождения своей дочери. Отлично. Не могли бы вы сказать мне, какой торт вы ищете? Моя дочь любит шоколад, поэтому я думаю, что подойдет шоколадный торт. И вы можете положить на него сверху клубнику? Конечно. У нас есть круглые квадратные торты, какой из них вы бы предпочли? Ммм круглый, пожалуйста. Хорошо. Сколько лет исполнится вашей дочери? Двенадцать. Хорошо, тогда мы приготовим двенадцать свечей. Вы хотите сделать надпись на торте? Да, пожалуйста, напишите с днем рождения. Хорошо. Вы хотите, чтобы надпись была розовая? Если да, то мы разместим ее на белой табличке. Или же мы можем написать белым на розовой табличке? Пожалуйста, сделайте розовую надпись на белой табличке. Мужчина и женщина разговаривают о дате их переезда. Когда они собираются переехать? Я думаю, что мы должны принять решение о дате переезда и вызвать компанию по организации переездов. Да, я вот просматриваю некоторые транспортные компании. Я не хочу платить много денег. Я согласен. Эта компания предоставляет некоторые скидки, например, 10%, если мы закажем их услуги за один месяц до дня переезда. За месяц? Тогда мы должны переехать после 15 декабря, чтобы получить эту скидку. Да. И еще есть дополнительная скидка, если мы сделаем заказ на будний день. Будний день? Ну, у меня встреча в понедельник утром и выставка во вторник и в среду, так что... Пятница подойдет, потому что мы могли бы подготовить новый дом за выходные. Да. Ой, подожди. Тут написано 15-процентная скидка с понедельника по четверг и 5 в пятницу. М да. Ну и что будем делать? Давай постараемся переехать как можно дешевле. В любом случае я закончу с выставкой к тому времени. Когда они собираются переехать? Мужчина и женщина разговаривают о дате их переезда. Когда они собираются переехать? Я думаю, что мы должны принять решение о дате переезда и вызвать компанию по организации переездов. Да, я вот просматриваю некоторые транспортные компании. Я не хочу платить много денег. Я согласен. Эта компания предоставляет некоторые скидки, например, 10%, если мы закажем их услуги за один месяц до дня переезда. За месяц? Тогда мы должны переехать после 15 декабря, чтобы получить эту скидку. Да, И еще есть дополнительная скидка, если мы сделаем заказ на будний день. Будний день? Ну, у меня встреча в понедельник утром, и выставка во вторник и в среду, так что. Пятница подойдет, потому что мы могли бы подготовить новый дом за выходные. Да ой, подожди. Тут написано 15 скидка с понедельника по четверг и пятипроцентная в пятницу. М да. Ну и что будем делать? Давай постараемся переехать как можно дешевле. Случае, Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Russian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Что и в каком количестве он собирается купить? Простите, эта рубашка продается только в наборе из трех рубашек? Мы можем продать отдельно, но тогда одна рубашка будет стоить дороже. Ясно. Но мне не нужны три одинаковых рубашки. Что же делать? Если вы купите набор из трех галстуков, мы сделаем вам скидку на рубашки, и вы сможете купить три по цене одной. Понятно. То есть набор из трех галстуков плюс набор из трех рубашек по цене одной. Правильно. Ладно, две рубашки потом кому-нибудь подарю. Я думаю, это хороший выбор. Что и в каком количестве он собирается купить? Мужчина покупает одежду на распродаже. Что и в каком количестве он собирается купить? Простите, эта рубашка продается только в наборе из трех рубашек? Мы можем продать отдельно, но тогда одна рубашка будет стоить дороже. Ясно. Но мне не нужны три одинаковых рубашки. Что же делать? Если вы купите набор из трех галстуков, мы сделаем вам скидку на рубашки, и вы сможете купить три по цене одной. Понятно. То есть... Набор из трех галстуков плюс набор из трех рубашек по цене одной. Правильно. Ладно, две рубашки потом кому-нибудь подарю. Я думаю, это хороший выбор. Женщина отчитывается о продажах женских сумок. Какие сумки продавались лучше всего? Вот отчет о продажах наших женских сумочек в этом месяце. Ну, во-первых, если говорить о цвете, то бесспорным лидером продаж являются, конечно же, сумочки черного цвета. За ними идут белые и голубые. Желтые, к сожалению, продавались не очень хорошо. Желтые не очень хорошо продавались. Понятно. Что насчет формы? Сумок большого размера было продано гораздо больше, чем маленького. Сумки, в которые можно положить документы формата А4 или журналы, были самыми популярными. Ясно. Если говорить о ручках, то сумки с кожаными ручками продавались лучше, чем на цепочках. Хорошо. Похоже, что сумки более классического стиля продаются лучше. Верно. Я думаю, что для нашей новой коллекции лучше использовать более спокойные цвета, такие как бежевый или коричневый. Ну ладно, пусть бежевый будет следующим цветом нашей коллекции. Да, и ты можешь остановить производство желтых сумок. Хорошо. Какие сумки продавались лучше всего? Женщина отчитывается о продажах женских сумок. Какие сумки продавались лучше всего? Вот отчет о продажах наших женских сумочек в этом месяце. Ну, во-первых, если говорить о цвете, то бесспорным лидером продаж являются, конечно же, сумочки черного цвета. За ними идут белые и голубые. Желтые, к сожалению, продавались не очень хорошо. Желтые не очень хорошо продавались. Понятно. Что насчет формы? Сумок большого размера было продано гораздо больше, чем маленького. Сумки, в которые можно положить документы формата А4 или журналы, были самыми популярными. Ясно. Если говорить о ручках, то сумки с кожаными ручками продавались лучше, чем на цепочках. Хорошо. Похоже, что сумки более классического стиля продаются лучше. Верно. Я думаю, что для нашей новой коллекции лучше использовать более спокойные цвета, такие как бежевые или коричневые. Ну ладно, пусть бежевый будет следующим цветом нашей коллекции. Да, и ты можешь остановить производство желтых сумок. Хорошо. Мужчина звонит в больницу. Когда в больнице можно пройти медицинский осмотр? Простите, я могу записаться на медицинский осмотр? Конечно. Медосмотры у нас бывают по понедельникам, средам и субботам. В какой день вам удобно? Можно в субботу. Можно, но в субботу мы работаем только утром. Вам подходит? Только утром? Мне совсем неудобно. А до которого часа вы работаете по будням? Мы работаем до шести вечера по понедельникам и до восьми вечера по средам. Понятно. А с которого часа вы начинаете работать утром? С восьми утра. Но на следующей неделе все дни уже заняты. Хорошо. Я позвоню еще раз после того, как я проверю мое расписание. Хорошо. Когда в больнице можно пройти медицинский осмотр? Мужчина звонит в больницу. Когда в больнице можно пройти медицинский осмотр? Простите, я могу записаться на медицинский осмотр? Конечно. Медосмотры у нас бывают по понедельникам, средам и субботам. В какой день вам удобно? Можно в субботу. Можно, но в субботу мы работаем только утром. Вам подходит? Только утром? Мне совсем неудобно. А до которого часа вы работаете по будням? Мы работаем до шести вечера по понедельникам и до восьми вечера по средам. Понятно. А с которого часа вы начинаете работать утром? С восьми утра. Но на следующей неделе все дни уже заняты. Хорошо. Я позвоню еще раз после того, как я проверю мое расписание. Хорошо. Мужчина должен забрать дочь своей знакомой из школы, которая с девочек является дочерью его знакомой. Извини, что беспокою тебя, но ты не мог бы забрать мою дочку из школы вместе со своей. Конечно. А она меня знает? Да, она видела тебя на фотографиях, так что должна узнать. Опиши мне, как она выглядит? У нее темные вьющиеся волосы, она худенькая и довольно высокая. Хорошо. Что-нибудь еще? Она сказала, что будет в шляпке. Это белая шляпка с черной ленточкой. Думаю, я легко найду ее. Хорошо, я заберу твою дочь. Спасибо. Которая из девочек является дочерью его знакомой. Мужчина должен забрать дочь своей знакомой из школы. Которая из девочек является дочерью его знакомой. Извини, что беспокою тебя, но ты не мог бы забрать мою дочку из школы вместе со своей. Конечно. А она меня знает? Да, она видела тебя на фотографиях, так что должна узнать. Опиши мне, как она выглядит? У нее темные вьющиеся волосы, она худенькая и довольно высокая. Хорошо. Что-нибудь еще? Она сказала, что будет в шляпке. Это белая шляпка с черной ленточкой. Думаю, я легко найду ее. Хорошо. Я заберу твою дочь. Спасибо. Мужчина разговаривает с женщиной о своем бумажнике. Где он собирается искать свой бумажник? О нет. Я не могу найти свой бумажник. Я, наверное, его где-то оставил. Что? Ты помнишь, когда ты доставал его в последний раз? Нет. Не могу вспомнить. Ну тогда давай вместе попробуем вспомнить, где ты сегодня был. Хорошо. Сначала я ходил в кинотеатр с друзьями. После этого мы пошли в кафе. И мой друг заплатил за меня. Так что я не трогал свой бумажник. Но когда ты покупал билеты, ты доставал из него деньги? Да. После кафе мы пошли в спортзал. И после спортзала я заметил, что у меня нет с собой бумажника. Ты платил за что-то в спортзале? Нет. Плата за абонемент автоматически снимается с моего банковского счета каждый месяц. Ой, я вспомнил. Я купил сок в торговом автомате в спортзале. Ясно. Тогда давай пойдем туда и поищем твой бумажник. Где он собирается искать свой бумажник? Мужчина разговаривает с женщиной о своем бумажнике. Где он собирается искать свой бумажник? О нет. Я не могу найти свой бумажник. Я, наверное, его где-то оставил. Что? Ты помнишь, когда ты доставал его в последний раз? Нет, не могу вспомнить. Ну тогда давай вместе попробуем вспомнить, где ты сегодня был. Хорошо. Сначала я ходил в кинотеатр с друзьями. После этого мы пошли в кафе, и мой друг заплатил за меня, так что я не трогал свой бумажник. Но когда ты покупал билеты, ты доставал из него деньги? Да. После кафе мы пошли в спортзал. И после спортзала я заметил, что у меня нет с собой бумажника. Ты платил за что-то в спортзале? Нет. Плата за абонемент автоматически снимается с моего банковского счета каждый месяц. Ой, я вспомнил, я купил сок в торговом автомате спортзале. Ясно. Тогда давай пойдем туда и поищем твой бумажник. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Russian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Студенты и студентка смотрят на расписание занятий и разговаривают. Выберите расписание студента в день встречи. Мы должны встретиться с нашей группой и обсудить презентацию. Да, когда ты свободен? У меня будут лекции в понедельник, среду и в четверг. У меня лекции по вторникам, средам и четвергам, так что можно встретиться в четверг. Тогда как насчет в четверг днем? В четверг у меня лекции до четырех. Мы можем встретиться после моей лекции по экономике. Но я смогу быть только час, так как в пять часов мне нужно быть на работе. Это очень мало. Тогда как насчет среды? У меня в 9 утра лекция по истории, а в три часа дня по международному праву. Между этими лекциями я свободен. У меня после обеда лекция по истории Азии, а вечером я работаю. Как насчет того, чтобы встретиться рано утром до первой пары? Mm, я не люблю вставать рано утром. Давай встретимся в четверг вечером. Я постараюсь перенести работу. Хорошо, я буду ждать тебя в кафетерии после занятий. Выберите расписание студента в день встречи. Студенты и студентка смотрят на расписание занятий и разговаривают. Выберите расписание студента в день встречи. Мы должны встретиться с нашей группой и обсудить презентацию. Да, когда ты свободен? У меня будут лекции в понедельник, среду и в четверг. У меня лекции по вторникам, средам и четвергам, так что можно встретиться в четверг. Тогда как насчет в четверг днем? В четверг у меня лекции до четырех. Мы можем встретиться после моей лекции по экономике. Но я смогу быть только час, так как в пять часов мне нужно быть на работе. Это очень мало. Тогда как насчет среды? У меня в девять утра лекция по истории, а в три часа дня по международному праву. Между этими лекциями я свободен у меня после обеда лекция по истории азии а вечером я работаю как насчет того чтобы встретиться рано утром до первой пары mm, я не люблю вставать рано утром давай встретимся в четверг вечером я постараюсь перенести работу хорошо я буду ждать тебя в кафетерии после занятий Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone.